Привет из Питера. Инфекционная больница Боткин. Вот отсюда я должна получать воздух. Вся комната герметичная. Воздух не идет. На мои просьбы мне сказали, я не знаю, как это работает. Может быть, в понедельник придет техник и включит вам воздух. На двери установлен электромагнитный замок. Я разобрала короб, замкнула провода и во время этого дверь открылась. Собрала свои вещи и пошла по коридору к лифту. У меня есть страх, что мне могут там что-нибудь сделать, воздействовать на меня каким-то образом в заключении, потому что, чтобы выгородиться, лучше, чтобы я была чем-то больна. Никто ее надлежащим образом письменно не проинформировал, на какой период она должна содержаться в Боткинской больнице. Она выполнила устную договоренность, сутки она там пробыла, и в этой ситуации мы полагаем, что нет оснований привлекать ее к какой-либо административной ответственности.